Эп, стоп. Это моя собака. Это никакого отношения к Кравчику не имеет. А теперь перейдем непосредственно к машине с проблемой того. Точнее, это не проблема. Это головная боль, наверное, всех Кравчиков. Смотрите, вот это вот дело у нас постоянно мокрое. Долго не мог понять, в чем дело. И, как вы думаете, в чем дело? Заливает через вот эти отверстия. Видите, так как машина уже 15 лет, вот эти вот пластмассочки, на них такие уплотнительные резиночки. Они нахер повысыхали. А что значит высыхает? Он должно прижимать вот этими резиночками. Вот этими резиночками должно прижимать стекло. Стекло. Видите? А так как оно порассыхалось, оно прямиком туда под эту резинку забивает и все. Так, что я хочу вам сказать. Вот эти пластмассочки. Видите? То есть вот такой клинышек. И вот это вот вставляется. Заклинивается вот этим. И так везде. Так вот, когда машина новая, все в порядке. Как бы и ничего не протекает. А я раз снял. И все. Оно со своего места ушло. И пошло. А там вот оно не видно, я уже его заклеил. Вот такое точно отверстие. И если такой нормальный дождь, оно вот так вот стекает по стеклу. И прямо в это отверстие. И так по чуть-чуть, если продолжительный дождь, сами понимаете, натекает полностью. Причем с одной стороны натекает вот сюда к водителю, а сюда к пассажиру. И у водителя вот эта часть не так часто снимается. Сухо, а в основном начинается с пассажирского. Я вот читал по комментариям вообще в интернете, когда искал, почему может мокреть. Все пишут про пассажирскую. Редко кто про водителя пишет. Ну, из-за этого и понятно, потому что здесь аккумулятор. Аккумулятор все-таки чаще мы меняем, правильно? Сюда залазим. И все. Вот так вот. Кому помогло, пишите комментарии. Кому понравилось, тоже пишите комментарии. Кому не понравилось, тоже пишите комментарии. Вот, ставьте лайки, дизлайки. До новых встреч. Пока.